спорте. Очередная игра турнира Power of Rush. Играют Memory и Clark Kent. Ага, привет. Сейчас я приветствую со мной. Табло появилось, может теперь настроим. Вот. Ты что, там очки будешь подсчитывать? Нет. Ну а как? Надо же очки считать. Нет. Как нет-то, блин? Нет, не надо. Зачем я их считать? Там разберутся организаторы, да? Конечно. У вас нет, само собой, по этим. А ты знаешь, кстати, Memory, знаешь такой код? 15S9P03. Как знакомые. А? Как знакомые. Это на черный мотоцикл. А. И 200 тысяч. Я его, блин, с детства помню. Ну чё, копирую пароль. Так, да, копируй. Там от Б. Бедрищ. Сделай сейф себе. Так, так, сейчас. Давай. О, блядь. И по одной буковке перебирать. О, смотри, у меня совпало. Неплохо. А я вмещусь полностью, интересно? Да, вмещусь. Там 10 стимулов на... То есть пробел... в смысле, вот так вот. Там 9, 10 стимулов всего дают. У тебя 9 и пробел. Где 10? Играем с ром-хакером, бля. Этой игры. Да. Сейчас он мне покажет, класс. Но ром не мой, ром оригинальный. Давай. Сотри его из Memory. Между прочим, ты слово память неправильно пишешь. Ты в курсе? Я знаю. Зачем? Фишка. Так, что мы там, какие мотоциклы выбираем? Супербайки, полотенки. Первый, да, сначала? Да. И полный апгрейд еще. Когда еще апгрейдишь, входит звуковой бас, и мужик говорит, да. Так, я первый трассу выбираю, да? Да, выбираешь. Так, а что у нас там есть вообще? Австралия есть. Австралию я люблю. Ой, ну поедем мы... Не, поедем на Австралию, а что нет-то? Поехали. Все, готов? Готов, поехали. Поехали. А что, 4 нидера всего, да? Я же не могу никого ударить, понимаешь, потому что тормозить все. Да, согласен, есть такое. А какое тут движение? Правостороннее или левостороннее? Австралия или левостороннее? Австралия. Я же никого не ударишь, ты убьешь. Все, дерганное, пипец. Да. А был бы разгон, было бы другое дело. Вы же отвык. Оооо, полетели. Пусти. Блин. Анал носорог. Носорог, я уважаю. Анал носорог? Если бы был подоб, у меня была бы семья. Ну что ты, братик? Господи! Да, проснулся, метнулся за пивчиком. Походу не надо было синим садить за эту игру. Ну ладно. В принципе, разочек можно слить. Ёлки! А, если вдруг я вылечу из игры, значит, у меня убило молнии в дом и вырубило комп. Да господи, что ж меня так носит-то, блин? Окей.
это вполне вероятно. Может, тебя арестуют там? Давай, мемори. Нет, не надо. Да, да господи, блядь. О, полетели. Столбы — это все херня. Больше всего отнимает хп машину по встречке. Да. То есть это как бы... Это еще... Ничего не значит. О, дай гад. Ой, ёлка. Мне нравится пустое поле, пустая графа была. Названием новой концепции, двоеточие. О, слышь, а что так? Я уже отпустил кнопку влево, он меня до сих пор продолжает влево, короче. Вот такой вот. Пинусь. Из разгона. А вот поставь дебрангон. Охренительно, охренительно просто. Мне нравится. Тут бы гораздо более плавно. О, я даже вмазал кому-то, слышишь? Я даже кому-то вмазал там. На что? Мне еще машину сбило. Что, Игорь, ребят? Вроде видно, что ли? Мне тоже скорее везет. Во что вы играете? Road Rash. Road Rash. Road Rash? Да. Это хорошо. Уважаю. Смелые люди. Много нервов, да? Да, слышь, мемори, мне повезло, там видно было тобой сбитый столб. Поэтому я в него не упал. Там еще один, лови. Скоро мимо проедешь. Ну, хрен его знает. Ну, на Бразилии полегче будет, я думаю. Да. Самые жопшие трассы — это UK и Австралия, по-моему. На этом уровне. Да я... Опять. Ой, здорово. Конечно, поворот здоровенный, конечно. На нитро? На нитро, конечно. Меня, блять. Называется грамотное использование нитро в игре. Вот, а если бы сейчас это, короче, ты бы в этот знак бы утрепался бы, если бы я его не сбил. Так, и где ты там? О, ты там еще и продолжил свой полет. Да. Это два знака. А у меня еще нитро есть в запасе, ты в курсе? У тебя дела плохи, друг. Они и так плохи. Я его экономлю на самую жопу. Когда будет жопа, тогда будем догонять тебя. Ой, нихера не видно. Ой, нихера не видно было вообще. Там такой сейчас будет участок. Едешь, вода сверху так... Опа, что это было? Что это было? Чё, чё? Блять, сука. Опять, конечно. Я там, короче, слышь, я там решил не рисковать и влево не жать, вот там, где ты сейчас. Я чисто ехал по траве, блин. Ооо, лобовое. Всё, это... А, нет, это не шанс даже. Я не пропорублю, на всякий случай, а случаи бывают разные. Боже мой. Ну что, мемори, один дуль. Ну да. Дай оружие, отдай ставай. Как ты сквозь машину проехал? Почему магия. Ты не дуль? Это уличная магия. Так, 1-0. Ставим. Give it up. Окей. Yeah! Баг звуковой. Yeah! Да. Е!
Ну давай выбирай. Так, UK, Бразилия, Германия. Конечно, Германия, мой любимый краска. Давай, Германия тоже люблю. Там музыка прикольная. Поехали. Поехали. Но скорее всего мы тут не доедем, потому что это же Германия. Иди сюда. Ладно. Живи, то есть ты меня пощадил, да? А сам ты не боялся окститься. Так, Германия, какое движение? Право сторона. Европа. Право. Не шутишь? Часом. Я отвечаю. Ну смотри. Ну, видишь, в правой стороне. Да, да, все, теперь верю. По снежку ты время потерял. Ой, теперь я сейчас потеряю. Опа, привет. Хорош, хорош, привет, мемори. Ёлка. Как держать? Да. Ёлки, это моя сила. Там по встречке едет, слева синяя. Оу. Да-да-да. Привет. Очень твой байк был там. Да господи, куда ж меня потянуло-то опять? Направо-то, блин. Ох уж этот продраж. Никого не убило. Что это не ты, но звук я слышу. О-о-о. Уё! Серая, как и так, да? Вообще, я еще Свечки. Не вперед, а назад. Это вообще идеально. Она хп до хрена снимает, дружище. Это ты сейчас очень-очень... Это очень опрометчиво было. Ох, ёлки, чуть... Так, чуть-чуть, да. По встречке... Блять. По встречке не может чуть-чуть снимать. Да. Мент. Ну, ты еще ведь спонтовые. Ни о чем. Ё-моё. Привет. О-о-о, друг, а у тебя байку хана. Бежали. Я успею. Давай, давай. Я успею. Ну посмотрим. Ой. Долго тебе бежать, друг. Давай. Я сейчас еле поеду. Бежим. Не падай. Если я еще раз врежусь, я вот по чуть-чуть поеду. Я сильно не буду гнать. Давай. О, менты. Мент. Все, короче, понял. Не надо мент, валяй отсюда. Как это вообще? С одной стороны машины зашел, с другой вышел. Как это вообще? Физика. Логика. Где? Где можно это самое? А чё можно? Чё я должен сделать? Да ладно, да, давай уж доеду. Да. Может не доеду. Дай хотя бы был. Окей. Тут, в принципе, не так далеко осталось. Короче, 2-0. Я же говорю, вот в лобовуху ты словил, там сразу, там треть хп улетает. Байк. Пол хп улетает. Ну или пол даже, да. Это самая жопа в лобовуху, да, ловить. Ох, ой. Олень. О, ёлочка сократила. Полет. Ёлочка полезная. Оу. Оу, ты видел? Это видел?
Чисто, чисто врезался. Какой-то сюрреализм пошел. В нечто. Не, въехал-то в елку. Слушай, а там, может быть, если оба игрока погибли, может, там какие-то другие условия, не? Паркировался в... Че? Если оба погибли. Нет, там главное, кто дальше поехал. Да? Кто бы погиб. Точно? О, все. Не надо мне добегать. Звонок. Добегать ничего нет. А ты сохранял там на F7? Да. Только разгружай. Любоваться на прекрасные кривые спрайты игрока бегущего. Байкер. Да. А, имена, ёпал. Оооо. Будем, нет, машинаешь. Ой, куда я зашел? Ой, что я сделал? Загрузи еще раз. А, где? Да, вот эй, имена. Или машинаешь? Да ладно, сейчас введем, что, сложно что ли? Вот. У меня тут две, вторая, третья буква уже стоят. Не в ту сторону листаю. Да господи, этот реверс, блин. Да, да, ладно, я правильно листал изначально. Хотя хрен, с цифрами может и больше получается. Наверное, больше с цифрами получается. Давай, Мемори, соберись, чё ты, блин? Кстати, ты сейчас правильно написал слово «память». До этого. Трейси бой. Это без нитро. Без нитро, да-да. Надо подумать, где ехать без нитро. Где? А сейчас же мой выбор трассы. Да. Просто игра зашивается, то есть внести все звуки. Так, Германия, Австралия нет уже. Да, может, Япония, Жапан или Бразилия. Или на этот Кингдом поехать без нитро. А уж знаешь. А давай на это кино. Окей, давай, окей. Поехали. Да иди. Господи. У меня носит под карту не могу. Пять. Что такое? Что такое вообще происходит? Да ужас вообще происходит. С тобой под карту носит. Где машина ехала? По правой стороне, правда, да? Да, по-моему. Тянет левой стороне движение. Так, значит, сейчас я тоже полечу по ходу дела. У меня такое чувство, да? Да, ведь да? Игра, да? Конечно. Где ж ты полетел-то, а? Вот это, короче. А, ты... Эй, я... Я прыгаю. Меня унесло так налево, что, блин, от страха. Жалко, что я потом даже вырвал. Туда. Опа! Срубил! Да. А вот так бы ты меня сейчас переехал, если бы ты был первым игроком. Оба-ба-ба! Ой. Так, а машина справа, там? А где машина едет? Где? Я же ее видел. А, она стоит, блин. Поехали, поехали, поехали. Вперед. Это паршивая. Ты видел мою ногу? Да. Я хотел, блин, подосрать. Я почему думал...
Оу. Я сквозь машину проехал, встречу. Да-да-да-да-да-да. Да. О, одновременно. А вот я там, вот твой байк там. Да. Только мне бежать далеко. Это ж хорошо, что игра за тобой протягивает байк. Так бы если не протягивала, конечно. Была б жопа. О, только нет, только не ты. Пошел. О, а если он сядет на тебя, это будет автовин. А он сядет у меня. Не, он стоит просто, он на месте стоит. А, всё. Ghostbusters! 2-1. 2-1. Ты забагал, что ли? Забагал свой звук? В каком плане? А, нет. Просто бой, когда... Ну, когда потом убиваешь какого-то зверя, приезжаешь, твой звук багается и постоянно производится. Так, сейчас я отойду, обоссусь. Бывает на Италии. Звук, когда курица умирает, постоянно играет. Опа! Коварный поворот с этим чертом столбом. Чё-то стоп. Это стоп. Вот в этом, кстати, положении я был в минусе. Знаешь почему? Потому что вертолет не летит за вторым игроком. А-а-а. Вертолет только... Ты же бот считаешься. Он что, за тобой лететь будет? Да. Он летит только за первым игроком. Вот это, конечно, минус. То же самое, что и бот агрессивнее к первому игроку. Так, давай. Байк-стоп. Тут 8 бокса, да? Чё ты выберешь, Бразилию или Японию? Я думаю, Бразилию. Япония на самый финал. Я Японию никогда не любил. Ну, логично. А, в принципе, он уже стоит. Чё с ХП? Чё с лицом, мемори? Не, тут музыка прикольная, базара ноль. В Бразилии музыка — это классика. Да. Что-то она как по центру ехала вообще машина, блин, по встречке. Какое-то говно. Чего? Это было что? Это была лень. Тюлень. Антилопа какая-то? Да. Гну. В Бразилии мы точно должны доехать до финиша. Ну да, наверное. В Бразилии сложно умереть. Ох, да. Нихера он меня бортнул! Слышь, меня ж, я ж долго не мог налево вообще, короче, никак вообще. Меня бот так сейчас, короче, пихнул в сторону, а, что это охренеть. Я даже третий, охренеть, бля. Ой! О, я друг. Че, в лобовуху столкнулся? Да. Смотрю, хп от него хубайте сильно. О, Lucky Luck. Люки Лук. Как его, блядь, назвать? Lucky Luck. Сейчас. Е!
Отниму у него и буду тебя подсирать. Ну там такое себе, там сколько? На 2 единицы, по-моему, скорость снижается, когда проезжаешь по этой херне. Опять, мем. А тут, кстати, вертолет меня как забастят. Сейчас будет Ghostbusters. Что-то мне на вертолеты не везет. Ох, как хорошо я врезался, а. И мотоцикл близко. Врезался удачно. Только КП много снялось. А врезался удачно. Как мне носит вопрос. Потому что раз носит меня еще по ней параллельно. Нахера я его сбил. Да тяжелый. Я его сбил тоже. Вообще. Я его без ноги просто толкнул, я его сбил с мотоцикла. Антилопа! Я кого-то нашел там. Где? Друга нашел. Я слышал звук, как ты вмазал там кому-то. Где это? Ай, тихо. Да, давай, сюда. Пизда! Вот, вот именно она! А ты все, да? А вон я за тебя. Ну давай, давай, пробегись. Доехали, доедем до финиша. Доехали до финиша. Вот она от меня, кстати, тоже жахнула, эта машина. Оу. Может, я успею? Да нет, ты не успеешь в любом случае. Думаешь, я не знаю, как кнопку вверх нажимать? Не знаю. Вдруг повезет. Почему я буш не нажимается? Что буш делает? Из байка. Три один. А, пенёк. Буш, ты работаешь без байка? Так. О. А вот я в хаке сделал, чтобы байки сами менялись. Ну, так. Диабло 1000 нитро. Охренеть теперь. Ты проходил когда-нибудь Радраж в меморе? Да. А как ты его проходил? Расскажи мне, как ты проходил пятый уровень? На телефоне проходил. Нет, а на пятый уровень ты как проходил? Сейвами, конечно. Нет, подожди. Я не про то. Ты же проходишь пятый уровень, тебе снова пятый уровень светится. Ну. И то есть у игры даже нет концовки. Пятый уровень прошел. Смотрю, снова пятый уровень. Думаю, ну давай, жалко, удалил. Вот я говорю, у игры нет концовки, даже ее невозможно пройти. Да. Давай. Поставь там, Японию. Джапан. Вот это ты меня, конечно, блин, это. У меня аж чёрный до сих пор в ахере. Музон прикольный. Ну так себе. Музон тут, конечно. Так, навер. Опа-па. Привет. Офигел! Тут буст плохо видно. Да. О, я прилетел. Тоже прилетел. А во что я врезался? Я не понял ни хрена. Не знаю.
И я не знаю. Офигенно будет, не нравится. На говно похоже. Есть такое. Ну прикольно. Переповерни! Поверни, блин! Я поворачиваю. Какой же длинный сейчас своим телом. Кстати, чувак. Пизда мне. От встречки. Хватит. Да. Ну что, 3-2 и расходимся. Да. Нет. Погоди. В принципе, программа минимум выполнена. Сейчас я тоже еду что-нибудь. От встречки. Хочу и все. Будем зашибить. Все. Все, до свидос. Корова. Олень. Я всех ошибал. Коровы и олени. Ну что, спасибо за игру. Да. Результат выложишь тогда, да? Да, выложу.